Вакцинация от COVID-19 стартовала в Каякенском районе. Первыми прививаются медики. Список возглавил главный врач районной центральной больницы, а затем его подчиненные. На данный момент уже привито 19 человек. Все вакцинированные чувствуют себя удовлетворительно. Побочных проявлений ни у кого не наблюдалось. Сегодня третьи сутки после проведения первой вакцинации. Мы наблюдаем за нашими вакцинированными лицами. На сегодняшний день состояние у них не страдает. Ни у кого не отмечается никаких аллергических реакций, ни повышения температуры. Можно сказать, что вакцинацию провели хорошо, и состояние у них на данный момент не страдает. В свою очередь на вакцинацию в Каякенской больнице ждут еще 10 человек, среди которых и педагоги местных школ. Все они, прежде чем привиться, должны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.